Шампунь для жирной кожи головы. Данный шампунь в первую очередь нужен тем, у кого кожа у корней волос имеет тенденцию жирниться. Волосы достаточно быстро приобретают неприглядный сальный вид. И такие волосы, такая кожа головы, а шампунь мы, как известно, подбираем по типу кожи головы, как раз нуждается в более тщательном очищении. Также данный шампунь может понадобиться тогда, когда нам нужно нанести на кожу головы какие-то лечебные средства, либо перед, например, окрашиванием, когда нужно тщательно смыть с кожи головы и с длины волос остатки стайлинга, какие-то вещества, которые налипают на кутикулу, и нужно ее тщательно очистить перед тем, как, например, производить окрашивание или какие-то уходовые процедуры с длиной волос. Либо наносить какие-то активные сыворотки на кожу головы. pH данного шампуня находится в физиологичном диапазоне между 5 и 6. А данный шампунь содержит лауретсульфат, это сульфатное средство, но данный поверхностно-активный компонент смягчен в данном случае другими поверхностно-активными веществами, такими как комедопропилбетаин, такими как кокоглюкозид. Тут же здесь присутствуют кондиционирующие агенты, которые в том числе обладают еще и увлажняющим антиоксидантным действием. Поэтому данный комплекс ПАВ, несмотря на то, что все-таки является более агрессивным, чем, например, бессульфатный состав, он все же не будет сильно повреждать и агрессивно воздействовать на кожу головы и на длину волос. Конечно, для ежедневного применения, особенно для окрашенных волос, данный шампунь не подойдет. Но, например, если вы пользуетесь ежедневно бессульфатным шампунем, вы можете раз, например, в неделю или в две недели использовать шампунь для жирной кожи головы, особенно если вы используете стайлинг. В качестве активов данного препарата здесь салициловая кислота, мы здесь видим цинк, эллергенин, экстракты розмарина, шалфея и настурции, то есть все, что направлено на себорегулирующий эффект. Также шампунь сохраняет и создает объем и может использоваться как в домашнем, так и в профессиональном уходе. Наносится он на влажную кожу головы. Если у вас, например, длина волос немножечко склонна к сухости или поврежденные волосы, ломки, но нужно промывать кожу головы, вы можете нанести сам шампунь на кожу головы, но длину не трогать. И потом, когда вы будете смывать, вот этот разбавленный шампунь протоком смоет грязь и с длины волос, таким образом не повреждая ее. Также можете комбинировать, например, данный шампунь и наносить его на кожу головы, а на длину волос нанести бессульфатный. Такой вариант тоже допустим.